Здравствуйте, мои дорогие! Что ждет меня за поворотом? Такое название сегодня расклада. Что ждет за поворотом? Так. Ваша среда ждет за поворотом. То есть моя, как вы знаете, когда вы чувствуете себя как в своей тарелке, когда вы встречаете своих людей. Вот. Немножко запутанная ситуация в данный момент, да, но за поворотом, то есть вы поворачиваете и встречаете тех людей, которые необходимы. Вы вместе с ними будете идти к проверенной кем-то ранее цели, да, к проверенной дороге, по проверенной кем-то ранее дороге. Уже с людьми, которые вам встретятся до поворота, да, то есть за поворотом, ну, вернее, за поворотом. Вот, это пока информация в потоке, сейчас будем смотреть более детально, что ждет за поворотом. Так, это была вот эта колода у нас. Что ждет меня за поворотом? Такое название расклада. Итак. О, во-первых, среди этих людей, я так вижу, здесь мужчина. Так. Мужчина, который в надежде, знаете, вот он надеется, что... надеется на ваше внимание, надеется на вашу какую-то милость, знаете. Но почему-то он как отдален ментально от вас. И вы здесь показаны женщиной, которая ждет мужчину как такового, но вы не знаете, он это или нет. Он это или нет. Что ждет за поворотом? Так. Тут какая-то ситуация какая-то закрывается. Угу. Но смотрите, у вас как проводник идет мужчина, проводник через сложную ситуацию, очень сложная ситуация. Тут и гора, и гроб, это ситуация запутанная, да, помните? О, у нас, смотрите, выходила здесь вот этот лабиринт, то есть вы идете по этому лабиринту, поворачиваете, находите проводника, он вам встречается, да, за поворотом. И он помогает вам преодолеть этот путь. Он идет той же самой дорогой, или он как помощник только соглашается? Мне вот интересно. Он вас любит. Боже, это просто любовь. Мужчина, который вам помогает, потому что любит. Может, это не его дорога. А это его дорога, интересно. Он не согласен с этой дорогой, но это его дорога. Да, это его дорога. Его, как знаете, как, ну, боги, да, ведут этой дорогой, а он не понимает, что это его дорога. Вот в чем дело. Не понимает, что дорога. Он как-то спорит с этой дорогой, спорит с этой ситуацией, но он вас любит. Что это за дорога? Хорошо, мне интересно, дорога. Что это за дорога? Но это выгодная дорога. Дорога, где вы... Знаете, вот как у лисички цель это... Ну, главная, да, цель это накормить свое потомство, да. Скорее всего, не просто себя, а свое потомство. Сама она, конечно же, не будет просто... Ну, бороться за существование будет, да, но и то ради потомства больше. А вот и у нее цель какая? Словить этого петушка. Цель разбита на этапы, да, словить петушка, второе, утащить его, да, вытащить его, из, чтобы не проследить собак, которые будут, естественно, гнаться за ней, просчитать все так, чтобы и собаки не словили, да, и она петушка словила, и еще не слопала, да, а вот словила, и чтобы утащила в норку, там, где лисята ждут. Вот, в общем, какая-то очень интересная такая... Дорога у вас образовывается. Что это за дорога? Ну вот, собака выходит. Он будет верен вам. Верен вам. Он как верный пес с вами. Вы лисичка хитрая, а он верный пес. Он, вот видите, ошейник протягивает с поводком. Говорит, пойдем на прогулку. Очень хочу.
Какой-то немножко потерянный мужчина, но очень такой сильный. Почему потерянный? Почему? Он скрывает, ну, сейчас скажу, не скрывает что-то, да, плохое. Хотя, может быть, но тут больше как-то так прикрывает свою душу, не верит в душу. Его еще как-то раскопать надо. Ну, не надо раскапывать. Вы его так как-то видите. Почему? Так, еще раз. Почему человек потерянный, кажется? У него очень большая миссия. То ли он создал себе эту миссию, но вот эта миссия, она в нем чувствуется. И он слишком много взял людей на свой борт. Ему нужна та, которая будет как капитанша, рядом с капитаном. Не знаю, есть такое, да, когда двое. Ну, в общем. Или даже не капитанша, это знаете кто, вот как. Вот та, которая вешали на женщину, на вот эту киль корабля. Как бы не очень интересная участь. Подождите, ну сейчас посмотрю. Ну, в общем, она приносит удачу, да? И разгоняет злых духов. Да, вот, оно идет. То, что я, мне в поток идет, ответ пришел. Приносит удачу, разгоняет злых духов. Клевер выходит. И у нас еще. А он готов дать больше, да, то есть если вторая карта и тридцатая карта, то есть он готов дать больше. Во сколько это? 2 и 30, да, то есть во сколько? В 15 раз больше. А лишь только за то, что ты просто была вот такой вот, а может даже путеводной звездой, понимаете? Так что вот так, за поворотом мужчина, который ищет путеводную звезду, готов тебе помогать, потому что ты ему светишь. Вот. Потому что он заблудился сам в этом лабиринте жизни. И когда ты встречаешь его за поворотом, вот. Ну, у нас тема расклада такая. Этот мужчина обретает свет, да, то есть ему уже не темно в этом лабиринте, и он говорит: хорошо, я помогу тебе, только свети, свети, не гасни. Да. Между прочим, образовывается очень крепкий союз. Звездный союз, пятерка идет. Человеческий союз. Пятерка. И пятерка, кстати, знак как человека, так и Бога, да, так и дьявола. То есть тут страсти и человеческие, и материальные, и развитие, и рост. Тут мощная, конечно, очень мощная карта. Еще здесь семерочка червей. Вы встречаетесь в нужное время, в нужном месте. И это любовь. Этой встрече ничто не может помешать. За поворотом мужчина. Интересно, этот мужчина, он какой-то новый, старый. Ну, бывает такое, да, что встретила, в принципе, ты знаешь его, и тут раскрылся он по-новому. Хорошо, этот мужчина. Новый, старый. Так, я посмотрю, все ли видно. Прекрасно видно. Прекрасно видно, главное, чтобы все было слышно, но это я уже проверить смогу только после. Хотя телефон такой, что уже, наверное, лучше не придумаешь по звуку. Так, знаете, нет, ну тут мосты. Есть какие-то мосты все-таки? А знаете как, это может быть там две души, они там друг друга знают. То есть есть какой-то мостик, а что это за мостик? Давайте посмотрим, как вы его знаете. Книга закрыта. Тут по большей части не знаете вы его в физическом мире. Пара. Ну, тут есть какое-то общение, девочки. Тут есть какие-то мостики у вас. А что у вас общего? Вместе что-то было у вас? О, общество, смотрите. Общество идет. Сад. Так, карты полетели. Почему-то полетели карты. Но вы еще не узнали друг друга, значит, досконально.
Кто этот мужчина? Кто этот мужчина? В Якорине было какое-то. Смотрите, мостик есть, да, то есть вы уже какое-то общение имели, какие-то мостики у вас уже были. Что-то есть такое у вас, да, то, что связывает один берег с другим. Вы где-то уже виделись. Мужчина выходит, открывался. Голый мужчина вышел тут у нас. Возможно, вы его голым видели. Так. Ну хорошо, зачем... А зачем вы встречаетесь вот за поворотом этого мужчины? Для чего причина? Для чего у вас? Для колечка. Может, он колечко вам даст? Колечко. Ну что такое колечко? Вы вместе в союз вступаете, вы вместе идете. Тут я уже говорила о том, что вы берете инструкцию, да? У вас, возможно, у кого-то есть, у него есть инструкция, у вас есть свет. Да, то есть вы вместе начинаете создавать что-то большее. Дерево – это вообще семья. Союз – это кольцо. То есть тут у кого-то, кто-то вообще встречает человека, который с семьей. И, кстати, я вот сейчас вспомнила, я сегодня рассыпала свою ритуальную соль немножечко. Возможно, будет небольшая перепалочка. Будет? Ну, она приведет все-таки к... Недоразумение какое-то может быть, да, приведет, это почему-то сейчас мне пришло в голову, которое приведет к солнечному решению ваших вопросов, да, то есть все обоюдно будет принято какое-то взаимовыгодное решение. Вот. А куда вы идете, мне интересно? Вот, допустим, да, поворот, вы идете, это... Цель. Мы там видели лисичку. Хорошо, это дорога, да? Дорога довольно-таки хитро сплетенная. А куда вы идете? Цель какая? Цель была у нас, да? Вот вроде как сказали о цели. Но мы еще спросим, какая цель, что там в конце дороги. То есть у вас одна цель почти, я так понимаю. Цель – это создание прекрасной пары. Двух мудрых людей. Тут начнется все с разговора какого-то. Вот этот поворот, да, это разговор. Цель. Есть там какая-то цель? Цель, да, разговор идет. Видите, вот как я и говорю, разговор. И что? Цель поговорить, и что? Так, вы понимаете. Это приведет к решению. Но тут надо кому-то потом выбирать. В принципе, все идет на лучшее. На лучшее, тут сразу говорят. Угу. Карта Лилии здесь говорит о том, что человек будет поступать правильно, человек будет поступать по отношению к вам очень честно и благородно. А что за выбор? Это у кого выбор? Выбор. Документы, семья, тут какое-то здание все-таки идет. Муниципальное какое-то, либо, естественно, и ЗАГС, и церковь, может быть. Так что вот так. Интересно. Хорошо, мужчина для... Семьи и брака. Я правильно поняла? Я хочу теперь вероятность того, то есть насколько это вообще, то есть нет ли помех никаких. Вероятность того, что он точно будет там за поворотом. Ух ты, ну змеи есть, есть, есть. Вероятность. Знаете, как мне еще змея отвечает? Точно будет. Да, потому что за поворотом может быть и змея в маске. Кстати, змея в маске может быть за поворотом. Которая новая не захочет, чтобы ты даже увидела, встретила. Но вы заметите, смотри, змея, а змею съедает. Кто? Ужика съедает змею. На змею охотится. Ну, смотря какая, конечно, если это не какой-то там питон удавище. Ну, тут какая-то мелочь, которую можно вывести. А, совы.
сова съест змею, оставит свой якорь, да, покажет, что она путеводная звезда. Это вы, да, я так понимаю? И на стабильность опять выходит карта лилий и короля пик. Мужчина, который заботится, который несет ответственность, который очень шляхетно как поступает, да, по отношению к женщине. Хорошо, отлично. Вот это поворот. Что там еще за поворотом? Давайте посмотрим. Ну, возможно, это и все. Или что-то еще есть, кроме мужчины, кроме помощи такой. Шикарно, по-моему. Что еще за поворотом? Что еще кроме? Что еще? Ну вот, они же. Вот те, которые не дают вам встретить его. Но сначала он вышел, да, а потом люди в масках. Они будут мешать, они будут как-то вперед выскакивать. Посмотрите. Тут столкнутся двое мужчин. Один, которого вы знаете, второй немножко дальше. Они будут... Вот оно в чем дело. Это еще кроме того, что люди в масках. Тут еще какой-то мужчина. Это не, он к ним не относится, к тем людям, которые, о которых говорилось выше. Тут мужчина какой-то. Он как-то идет вперед. Или он вообще рядом с вами, он какой-то приближенный к вам. Но вы встречаете нового. Вот там, когда, который вышел. Нового какого-то. Хотя вы знаете, у вас какие-то мостики есть. Какие-то мостики есть. Мостиком, кстати, может быть, и, например, о нем рассказывали, либо вас знакомили, но ничего не было между вами. Ну, вроде как, видите, идет информация о том, что да, это так и есть. Что это за поворот там такое? Что это? Тут стычка двух мужчин идет. О, перекрестились шпаги. Ну, вы такая, это что-то новенькое. Странно. Идет как повтор, говорят. Все, тут будет битва. Битва двух мужчин. Это не война, это, конечно, это просто битва двух мужчин за женщину. И в итоге будет побеждать сильнейший. Здесь идет медведь. Вы выберете медведя. Да, то есть вы должны выбрать медведя. Это как кармическая такая точка, которую нельзя избежать. Это будет стычка. Вот. А как она, как это будет выглядеть? Ну, в общем, якорь. Точно, это вот, знаете, как точка восстанавливает в компьютере, да, то есть точка, которая изначально она есть, или, по-моему, удалить нельзя из системы, что к ней можно вернуться, знаете, когда обновление компьютера, почему-то так идет, то есть вот эта точка, она образовалась, и ее, к ней вы идете сейчас, что-то решающее. Ну, смотрите, тут идут не просто подсказки, это то, что у вас в подсознании уже заложено. Я хочу мужчину сильного, смелого, заботливого, участливого, ну, какого еще. В общем, все по медведю. И дом даст, и... Они оба, кстати, идут вам по судьбе. Интересно. Видите? А вы выбираете главного. Главного. Они рогами там бьются, а вы посмотрите, у кого рога остались на месте. Так. Ну, то, что приведет к стабильности, к дому. У вас есть в вашем подсознании, да, якорь какой-то. И весточку уже дают высшие силы об этой встрече. Очень интересно, очень. Угу. Раскрываются горизонты. Момент истины, просто момент истины идет.
момент истины, это вот звезда и клевер после нее, это что-то. Еще в таких окружении таких карт. Он как бы и ваша удача, один из них. Тут каждый мужчина из этих двух, это два как минимум. Вот я два как минимум. Тут ведь и три выпало, в принципе. И еще, если брать карту Лилии, это четвертый. Но, смотрите, тут ситуация такая, что каждый из них раскроется по-новому. И выбирать будет очень сложно, потому что каждый из них будет раскрываться настолько прекрасно. Вот, ну, это супер, конечно. Сложный выбор. А у вас вот этот выбор сложный такой кармический, ну как-то так. Предвестники были до этого, ну не знаю, может быть, даже в таких мелочах, когда вы идете в магазин и берете сразу два, не одно, а два. Чего-то там, кофточки, два набора. Вот в этом есть что-то. Так. Угу. Сложный выбор будет, потому что у вас в приоритете это создание крепкой семьи. Ну, это как у каждой женщины, наверное. Хорошо. Забираем эти карты. И смотрим дальше. Так. Смотрим дальше. Хочу еще вот по этой истории, что еще там надо знать. Вот мы встретили, да, поворот. Здесь кто-то в маске будет. Вроде как и мужчина встречается, да, с которым мосты какие-то налажены. У вас какие-то сомнения сейчас грызут, я вижу, да, по крыскам. И что масочка говорит? Что это вы такое встречаете? Вы раскрываете какую-то душу, просто находите где-то на глубине, но она уже где-то в пятках, эта душа, но вы раскрываете ее, эту душу. Чью-то душу, ну, не вашу, а он называет вас своей душой. А это может быть один мужчина, мне интересно, один и тот же. Это может быть и один мужчина, который не раскрылся до конца. Вы раскрываете чью-то душу. Вам говорят, вы скоро все узнаете. А что мы скоро узнаем? Закрыто. Закрыто, дай время. Тебе понравится. Это какой-то очень приятный сюрприз. А если ты сейчас что-то будешь выискивать, ты подгрызешь вот эту буханочку хлеба, и ты уже получаешь не целую, а ты получаешь огрызок. Верь, вот верь, просто верь. Случайность. Так, значит так. Ну что ж, вот так интересненько у нас. Что еще? Что еще за поворотом? Есть что-то интересненькое? Ну, может, что-то не такое значительное или что-то более значительное. Что за поворотом? Ну, говорят все-таки о дороге, которая немножечко запутанная, но уже легкой, уже приятной, более приятная дорога идет по этому лабиринту жизненному. Уже с книгой, со знаниями. Вы прекрасная дама. Ну, показывают все-таки, да, в каждом раскладе, в каждом мини-раскладе идет мужчина. Все уже одно и то же идет. Путь уже легче, потому что есть и карта, и свет.
И мужчина, да? За поворотом. Мужчина, дом, все прекрасно. Может, мужчина с домом будет. Вы узнаете кого-то абсолютно по-новому. Раскрывается он вам просто как с прекрасной стороны какой-то. Потому что чья-то душа конкретные потемки. Тут идет раскрытие человека. Дай время, опять говорят, дай время. Не надо обходить, да. Иначе это будет не, ну, неправильно, это будет не то. Ты уже узнала уже максимально много. Дальше это будет пустота. Разнесут эти птички, знаете, когда сплетни, когда просто трёп. Лишь бы поболтать, да, то есть, или много сказать всего, это уже дальше пусто будет. Не нужно пустоты. Нужна наполненность, направление и... Некоторая информация, да, должна быть пока еще за тучками. Тучки разойдутся. Вот так, все. Ну что, мои дорогие... А, еще хочу советы. Окей, советы. Чтобы мы не так быстро с вами распрощались, да, вот на такой ноте. Советы будут. Советы. Силы, которые вас ведут, которые вам желают только добра, чтобы вы прошли этот путь легко и без особых, конечно, ненужных, да, телодвижений. Вот. Рекомендация. Обратить внимание все-таки, да, вот в этой борьбе мужчина и мужчина, если там двое, или же один мужчина просто борется сам с собой, на вот этого медведя внутри мужчины. Мужчина ответственный, логичный, последовательный и берущий действительно под опеку и женщину. Рекомендации. Потому что вот эта дверь в будущее, она будет открыта случайно. Знаете, вот кажется, что случайно. Конечно, случайности не случайно, но вот эта дверь открыта к вашей звезде будет случайно, будет направление показано. Да. Это как будто бы, знаете, случается разговор, когда вы предоставляется возможность вот так, да, например, поговорить с мужчиной. Вы берете эту возможность, разговариваете и раскрываете что-то особенное. Либо предоставляется возможность познакомиться, да, вы соглашаетесь, да, то есть вы берете вот эту вот жезл, да, и бежите туда, куда где ты видишь свет. Вот, для того, чтобы добавить еще света, наверное, жезл необходим, чтобы осветить, да, осветить дорогу. Факел. Открыть закрытую книгу, когда будет возможность. Немножко хитрости не помешает, да, лисичка. Это, конечно же, очень-очень интересное создание. Ну, в сказках, да, ее рисуют. Не знаю, насколько. Ну, животное тоже очень прикольное, да. Оно такое хитрое. Она в своих интересах действует, но и живет все-таки по законам природы, ведь правда? Да. И заметная, кстати. Почему она рыжая? Вот скажите. Почему она заметная? И все равно хитрая. Вот поэтому ей приходится быть хитрой. Она рыжая и яркая. То есть странно была бы там, например, какого-то там серовато-зеленого цвета, и тогда бы легче бы таскала этих петухов. Правда ведь? В нору себе. Но она рыжая, ее заметно. Почему? Вот и вы такая. А вы заметная. И в этом ваша хитрость. А знаете, для чего заметно? Ну, он должен был на вас как-то обратить внимание глазами сначала, да, а потом на душу. Посмотреть. Так, девочки, дорогие мои, мужчины, которые смотрят меня и комментируют, и даже высылают финансовую поддержку. Благодарю. Благодарю вас всех. Благодарю. И очень хочу, чтобы все, что вы слышали, да, я буду заканчивать уже расклад, и я хочу, чтобы все, что вы шлете сюда, там, какая-то энергетика через лайки, через комментарии, финансовая поддержка, вот вам возвращалась в разы больше. Очень хочу, чтобы прекрасная
воссоздавалась в ваших жизнях из этих раскладов. И, естественно, хочу встретить вас на следующем своем раскладе. Поэтому, возможно, проще подписаться, да, и поставить черный колокольчик, чтобы приходило оповещение о новых видео. Тем более я делаю иногда как премьеры, да, видео, и тогда ну, интереснее смотреть. Там можно комментарии какие-то оставлять разные. Вот. Ну что ж, буду прощаться тогда. Переходите на другие мои каналы. Есть еще канал «Украиномовный», где очень мощное выражение. И даже если не знаешь половины слов, там можно, подписавшись, да, получать полезнейшую информацию для себя. Просто слушая, менять жизнь. Буду прощаться. Всего доброго. Пока-пока.